Ladies and gentlemen, after five rounds, we go to the judges' scorecards for decision. All three judges score this contest 49-46 for the winner by unanimous decision, and still the undisputed UFC welterweight champion of the world, Leon Rocky. Леди и джентльмены, я с победителем и по-прежнему чемпионом полусреднего дивизиона UFC Леоном Эдвардсом. Леон, это был интересный бой, потому что Колби бился в несвойственном для него стиле. Мы не увидели от него беспощадного прессинга, жесткого давления. Но ты будто пытался что-то доказать, когда сам инициировал грэплинг в некоторых моментах. Да, 100%. Я знал, что я лучше его как спортсмен все это время. Люди говорили про его кардио, но я знал, что если буду контролировать дистанцию, его кардио ему никак не поможет. Я держал его своей техникой на дистанции, и он ничего не смог сделать. Так и получилось. И даже в моментах, когда вы оказывались на земле, нам казалось, что он иногда занимал позицию сверху только потому, что ты продолжал работать в грэплинге, вместо того, чтобы подниматься на ноги. 100%. Хватит, Дэйв. Я хотел поработать с ним в грэплинге, чтобы уже прекратить все эти разговоры, что я просто ударник, я боец ММА. Я начинал как боец смешанных единоборств, так что я хотел выйти и показать это, побить грэплера в грэплинге, перебить его в стойке. И это моя вторая защита титула. Я сравнялся с GSP по количеству побед к ряду, так что буду продолжать в том же духе. Это был очень эмоциональный бой для меня. Он использовал смерть моего отца для развлечения, убийство моего отца для раскрутки. Мне было очень непросто успокоиться, сфокусироваться и выйти на этот бой. Но я поговорил с тренерами, со своей мамой и смог прогнать все эти мысли. Был ли этот поединок намного тяжелее для тебя именно из-за этого, из-за этой злости? 100%. После пресс-конференции за кулисами я плакал просто из-за этой ярости. Он не может использовать убийство моего отца для развлечения, но он это сделал. По сей день мое сердце кровью обливается из-за его убийства, и он сказал, что мой отец горит в аду. Тем не менее, ты преодолел это, ты доминировал в поединке, сохранил свой титул. Скажи, ты расстроен, что не смог финишировать его? 100%. 100%. Я лучше его как спортсмен, моя техника лучше. Там было пару сценариев, где я мог бы выйти на удушающий и финишировать его, но... Как я сказал, он хороший боец, он показал хорошие бои с Камару Усманом. Два близких поединка. Так что он отличный спортсмен, но просто отвратительный человек. Что ж, поздравляем с успешной защитой титула, и ты по-прежнему чемпион полусреднего дивизиона, леди и джентльмены, Леон Эдвардс!